Ну что, ребят, продолжаем гулять по новогодней Москве. Пришли с вами на площадку Московских сезонов, которая находится на Тверской улице, прямо напротив мэрии, вокруг памятника Юрию Долгорукому. Давайте побродим, посмотрим. Около мэрии опять стоят, как в том году, две половинки елки. Две полуелки, это, ну, технически это одна елка, но это две полуелки, но это все-таки одна елка. Да. Не сомневайтесь. Ну и тут, конечно, опять толпы народу. Толпы народу. Ну, как обычно, народу дофига. Да. Видите все. Все в огонечках, все такое красивенькое. Ну, сейчас будем. В прошлом году, ходи, мы видели этого двухголового апельсинового короля. По-моему, да? В прошлом году был щелкунчик тематика. В этом году, судя по всему, здесь тематика конфет. Причем здесь не просто конфет, все? А столичные конфеты. Да, столичные конфеты. Смотрите, как здорово. Карамель «Москвичка». Какая прелесть! Можно сфотографироваться с большой-большой конфетой. Но я хочу посмотреть, что здесь у нас продается в сувенирах. Да, тут бегают такие же больные блогеры, как и я. С такими же сияющими глазами. Вот, здесь у нас симпатичная керамика. Здесь у нас симпатичные стеклянные шарики. И не только шарики. О, кстати, какие классные елочки, прям красота. Шишечки такие. А сколько шишечки? Супер. Так, тут у нас тоже классные всякие новогодние елочные игрушки. В красно-золотой гамме, пожалуйста, даже есть крупные снежинки. Очень все тоже симпатичное. У нас тоже очень красивые всякие новогодние игрушки. Классные деревянные всякие свечки. Тоже всякие вот такие. Это, по-моему, какая-то чуть ли не пластилиновая ворона. Вот, очень красивое все, всякое. Очень стильное все. Очень стильные шарики. И даже вон там есть классные конфеты. Пожалуйста, с каким-то... Вон там даже какая-то сова есть. Конфета с совой. Свечка-морковка – это круто. Да, свечка-морковка в честь, так сказать, года... Вон там есть морковка, а вон есть свечка-заяц, например. Погоди-ка, стой. Ну да. Тут много конфетной тематики на этой площадке в этот раз. Прям реально. Огонечки, елочки, прянички, конфетки. Конфеты Москва какие-то еще. Очень красивое все, прям фантастика. Здесь у нас тоже можно всякого... Ой, здесь есть большой... крендельный конек, около которого можно сфотографироваться, например. Вот, собственно, люди и фотографируются около конфетных елок. Это у нас опять павильон «Москва помогает». Опять здесь можно, значит, помочь. Вот. Ой, там тоже что-то красивое. Нет, если здесь такие сладости, такие конфеты, то здесь должен быть торт «Москва». А, у нас здесь есть пончики. Здесь есть пончики и какао, золотой ярлык по специальному рецепту, пожалуйста. Ой, здесь тоже классная фотозона, между прочим, с лошадками-каталками. Смотрите, какая прелесть. Вот, можно покататься на такой качалке лошадки, офигенно совершенно, да. И там вон всякие печеньки какие-то, сладости. Вот, там можно пофоткаться. Давайте аккуратненько пройдем вот сюда. Так, хоп-хоп-хоп-хоп. Вот, если что, летом здесь находится фонтан. Вон он там виден, чаша фонтана. Ну, а зимой здесь делают вот, такую вот красивую, да, красоту. Вот, там есть коробки торт «Москва». Вон они. Ну, или там конфеты «Москва», я не знаю. Так, осторожно, здесь ступенька. Вот, а здесь можно, да, тоже огромная фотозона с конфетами, с коробками конфет «Москва».
Вот нам, кстати, такие в этом году подарили родители конфеты Москва. Мы их уже почти все съели. Да, их уже практически. Да, здесь на сцене у них тоже красивая фотозона. Вот, тоже можно здесь пофоткаться, народ фоткается. Там какие-то всякие пряники. Вот. Красивые елки с красивыми игрушками. Золотые олени на них там висят. Здесь можно покачаться на качелях. Пожалуйста. Вот где еще можно зимою покачаться на качелях? Ну, опять еда. Народ тоже тут перекусывает. Тут шашлыки всякие, да? Да, здесь это всякое. Подряд, вот такое все красивое. Вон там, вон за деревьями, почти не виден памятник. Там опять какие-то всякие елочные игрушки. Красивые всякие разные. Так. Аккуратненько. Ой, извините. Аккуратненько. Здесь у нас каруселька. Снова. Снова бесплатная. Проходим, проходим. Здесь очередь на карусель. Разрешите, простите, извините. Спасибо. Вот. Все желают покататься на карусели. Взрослые и дети тоже. Ну, я в этом году уже покаталась на карусели. В любом случае, я покатаюсь на карусели еще, если захочу, уже у себя там на своей площадке. Так, идемте посмотрим, что у нас еще вот здесь есть. Здесь у нас тоже всякие там красивости, всякие машинки, видите? Прям Советский Союз такой. Тоже какие-то куклы, чайники. В общем, что-то очень винтажное. Вот, здесь у нас тоже какие-то всякие красивые красивости. Пожалуйста, символ года. Вам такой, символ года сякой. Офигенные, классные вот эти вот. Ой, валеночки, боже мой, забыла, как называются. Тоже всякие красивые игрушки. О, фонарики, кстати, вообще по-мимпически классные. А здесь у нас свечи. Зажигая свечу, зажигаете состояние и дарите его своим близким. Да, всякие красивые свечи. Из колонны, кстати, между прочим, Саша. Свечи из колонны. Написано. Уверенность, ну, здорово, из колонны. Радость из колонны. У нас вот такие домики всякие светящиеся, очень классные. Я помню, в Вене этих домиков было просто море. У нас тогда они еще не появились. А в Вене это прям вот целая субкультура с этими домиками, со всеми новогодними деревеньками и прочим вот этим. Вон, пожалуйста, всякие красивости. Тоже свечки. Очень классные, всякие разные. Причем даже есть свечки светодиодные с очень натуралистичным пламенем. Прям очень классно. Слушай, между прочим, вот. Вкусные подсветки. Очень красивые свечи. Прям такие свечи, как правило, даже жалко жечь. Вот тут даже есть, пожалуйста, свеча-сова, у которой на пузике нарисованы синички. Как тебе такое? Всякие крошки, блестяшки, всякие украшения елочные. Вот такое всякое разное, керамические всякие классные штучки. Бродили мы с вами по еще одной площадке путешествия в Рождество. Здесь тоже очень классно, очень красиво, очень все яркое. Можно сфотографироваться с большой-большой конфетой. Причем не просто большой-большой, а очень большой почти в ваш рост. Да, в том числе. Спасибо, что смотрите нас. Всем пока. С вами были Аннет и Саша. Увидимся в следующих роликах.